11 апреля сотрудники корпорации ВСМПО «Ависма» вспоминают Владислава Валентиновича Тетюхина, всеми любимого и уважаемого профессора ТИ. Этот человек не ушел из памяти тысяч людей, и до сих пор мы не научились говорить о Тетюхине в прошедшем времени, потому что то, что он успел сделать за 87 лет своей жизни, живет и будет жить. Он выплавил первый титановый слиток и организовал промышленное производство титана. Он строил горнолыжный комплекс и бассейн, ледовый и легкоатлетический купол, где салдинцы занимаются спортом, Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, где тысячи людей возвращаются к нормальной жизни. Далеко не каждому человеку удается оставить потомкам такое наследство, которое досталось нам от Тетюхина. И наша благодарная память о Владиславе Валентиновиче станет продолжением всех его начинаний, реализацией его благородных идей и таким же, как у него, отношением к делу – творческим, азартным, неравнодушным.